На портале «Управляем вместе» вновь открыта часть летних тем, связанных с текущим содержанием дорожной инфраструктуры. О наличии ям, выбоин на проезжей части, тротуарах, обочинах и парковках, придомовых территориях можно сообщить на сайт в соответствующих разделах. Срок подготовки ответа составляет 8 рабочих дней. Отметим, благодаря обращениям пользователей, поступившим на портал с 2018 года, в Пермском крае было устранено почти 7500 ям и выбоин на дорогах. Из них свыше 3000 в прошлом году. Летом на портале будут открыты новые темы в категории дороги: нарушение правил нанесения дорожной отметки и неудовлетворительное состояние ливневой канализации.